Известные музыканты Германии организовали в Берлине грандиозный благотворительный концерт в поддержку Украины. Перед публикой выступили свыше 40 звезд немецкой эстрады. Среди них популярная исполнительница с мировым именем Сара Коннор и скрипач Дэвид Гарретт. Также на сцене спела победительница Евровидения 2016 Джамала и Наталья Кличко, супруга мэра Киева Виталия Кличко. Концерт «За мир» в Украине продлился до позднего вечера. Всего возле главной достопримечательности Бранденбургских ворот собрались 20 тысяч человек. Многие из них в знак солидарности пришли с плакатами и украинскими флагами. Добавлю, хоть и вход на концерт был бесплатный, музыканты объявили сбор средств для украинцев. Минимальная сумма пожертвования – 10 евро. Всего организаторам удалось собрать 2,5 миллиона евро. Мы с друзьями собираем пожертвования прямо тут, на концерте «Ради мира» в Украине. Среди волонтеров очень много людей искусства, и нас это объединяет. Сам я актер и согласился помогать бесплатно. Это очень важно, так как мы должны выручать людей, оказавшихся в сложной ситуации. Сначала пожертвований было не так много, но когда артисты стали объявлять со сцены, что идет сбор, то люди сразу же потянулись. Я считаю, помогать людям, которые вынужденно стали беженцами, очень важно. Ведь на страну напали, и людям пришлось покинуть свои дома.